Вау. Массимилиано Аллегри хотел было подсказ какой-то выкрикнуть кому-то из своих футболистов, но промолчал. Доннарумма загнал Романьоли в угол. Романьоли на Дешили, но Дешили деваться некуда, и так можно доиграться до потери мяча, что Дешили и сделал. Впрочем, Романьоли сумел выбить мяч, да еще точно. И вот пас на фланг, Делофео, скорость включает, уходит от Бардзали. Бардзали пихнул его в спину, и гол! Бакка! Бомбардир Бакка свое дело знает. Вот и Ювентус может прям...